которые с открытым сердцем ходят к своим слушателям, которые работают и делают свое дело в любой ситуации, когда за окнами стрелы, приезжают в самые разные города, в том числе и прифронтовые районы Донецкой Народной Республики, любят свое дело, с удовольствием представляют культуру, музыкальную культуру Донбасса за пределами Донецкой Народной Республики. В эти годы состоялись поездки в Республику Крым, в Москву и везде. Я горжусь нашими музыкантами, потому что слышу в их адрес только положительную, высокую оценку их исполнительского мастерства. Спасибо большое Министерству культуры, спасибо большое Министерству за поддержку этой акции. С праздником! Ну, еще один человек, чья подпись непременно будет стоять на первом праздничном конверте. Это гендиректор государственного предприятия «Почта Донбасса» Денис Владимирович Миханчук. Добрый день, друзья. От всей души, от лица государственного предприятия «Почта Донбасса», от себя лично, примите искренние поздравления с этим юбилеем, с 65-летием оркестру, легендарному оркестру имени Прокофьева. Спасибо, с праздником. И приветствуйте того, кого в определенной степени можно назвать виновником сегодняшнего торжества, главного дирижера академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева Владимира Владимировича Завалиенко. Я что сегодня, именно 1 октября, когда открываются многие филармонии, где в залах звучит музыка, на сегодняшний день музыка звучит над Донбассом. И академический симфонический оркестр является главным событием сегодняшнего дня. Хочется поздравить музыкантов с этим юбилеем, пожелать мира, добра, любви и самое главное творческих успехов и свершений на всех поприщах. Хотелось бы сказать, что симфонический оркестр – это ведущий коллектив филармонии и, конечно же, уже практически равный самой филармонии по годам. Очень важно, что в это трудное время оркестр сохранился и нес свое творчество в сердца многих людей в нашей республике. Всех с праздником! С Днем музыки и с юбилеем Академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева! Что ж, все главные слова сказаны, давайте попросим наших гостей приступить к процедуре специального гашения. На художественном и маркированном конверте 85 лет академическому симфоническому оркестру имени Сергея Прокофьева размещен портрет и автограф русского и советского композитора, пианиста, дирижера и педагога Сергея Сергеевича Прокофьева, имя которого гордо носит наш оркестр. В качестве фона выступает изображение зрительских мест концертного зала филармонии, который тоже носит имя нашего земляка. С обратной стороны конверта размещается текст, знакомящий нас с историей создания и развития академического симфонического оркестра. Стоимость конверта составляет